Хорошо, пусть ребята решат, кто из нас главный. Черт, они 2 года ничего не решали, сейчас они вдруг что-то решать будут. Да потому что это тоже личности, понимаешь? Каждый из них индивидуальность. Они просто особи. Ну неужели это так трудно понять? Ребят, я если буду главный, я вам подниму зарплату. О, зарплата! А я поднимать не обещаю, но обещаю выплачивать. О, выплачивать! А я шмяш-мяш-мяш-мяш. О, я шмяш-мяш-мяш-мяш. Так, встаньте на место. Извините, а кто из этих двух кандидатов от «Единой России»? Я просто долго думать не хочу.